Джо был в лесу, но внезапно услышал плач животного. Разумеется, парень не мог остаться равнодушным, поэтому отправился выяснить, что произошло. Это была собака, которая оказалась в яме под деревьями. Она просила помощи, безутешно плача на весь лес. Молодой человек был удивлен, ведь лесная территория располагается достаточно далеко от тропинок, по которым обычно ходят путешественники. Как там могла оказаться собака, он и понятия не имел. Но Джо знал одно, он обязательно должен вытащить ее оттуда. Молодой человек осмотрелся и понял, что в одиночку ему не справиться. Пока собака скулила и нервничала, он думал о том, как помочь животному, которое застряло в самой глубине. А вскоре к месту событий подошла группа людей. Они увидели, что собака находится на глубине примерно 6 метров, и поняли, что в такой ситуации может помочь наброшенный на собаку ремень. Прошло совсем немного времени, и животное оказалось на поверхности. С крохой все хорошо, она уже едет к своим хозяевам.